посмотреть, может быть, появятся результаты. Да, Бойер 37-64, у НМА 38-17. Ну и вот главные претендентки на победу. Британи Боу Сан-Хвали. Британи Боу на Укадайра, простите. Британи Боу достаточно неожиданно обыграла Кизер Ричардсон в забеге на 500 метров на чемпионате Соединенных Штатов. Американцы очень плотно сидели в Солт-Лейк-Сити и практически не показывали оттуда носа. Но очень высокий результат, 37-77, Британи Боу показала. На Укадайра 37-42 имеет в карьере, 37-87 в этом сезоне. И смотрите, выигрывает Кадайра, выигрывает 37-56. Но я не успел заметить, может быть, были какие-нибудь сбои у Британи Боу. Хотя, с другой стороны, Британи Боу еще раз обновила личный рекорд. 37 сотых сбросила, 37-70. Но японка просто браво. Лишь 14 сотых ей до личного рекорда не хватило. 37-56, и она вторая. Ну, а что касается Британи Боу, то она на этот раз проигрывает Хизер Ричардсон. Соответственно, 9 сотых секунды. Ну, немножечко, может быть, какой-то легкости, раскованности Британи Боу не хватило. Она все-таки вот нынешний сезон начинает. Британи всегда была вторым-третьим номером в американской сборной.